народу на этой поляне битком. Дым коромыслом стоит. Очень много народу. Кто-то и по лесу гуляет. У них микрофон здесь. Громко что-то объявляет. Классно. Хоть бы лес только не спалили. Вот один попался. Сегодня под музыку. Это просто головку сбили. Вот. Сейчас здесь мало пока. То, что компании, да и мы все забрали. Это красивые грибы, поганки, они облагушами называются. Которые неизвестные. Мурка. Нам сегодня весь муравьи на хозяина напали. Вот еще. Папоротник, его едят, но я его не пробовала. Это есть какие-то виды съедобные. Народ веселится. Веселится и ликует весь народ. Завтра не будем, а сегодня я погуляю. Здесь тоже компания, мы уехали с того места. Это плохая компания какая-то. Здесь такие большие, но редко. Если побегать, то можно что-то найти здесь. А, и здесь компания за столом. Одни мы только грибы собираем. Но потом мы тоже пообедаем. Круто. Недалеко от компании. И там впереди тоже компания была. Но там один только был. А здесь вот какие. Ух ты. Красиво. Снимаю последний. И хватит с нас на сегодня. А то мы народ пугаем только, наверное. Рейша или нет? Пока не буду трогать. Пусть мне Хельга скажет. Я ее спрошу. Если это такой гриб, то я его попробую взять. Это под сободочком. Да, сейчас! Вот он. Какой копытца. Отсюда немыслимо уходить. Грибов, видимо, невидимо опять. Это царь. Или царевна. Такой большой. Мой ножичек. Царь-царевич. А рядом, недалеко, его окружение. Тоже крупные какие. Ой. Тут я немножко макушку из-за листика сбила ему. Рядом с компанией они сейчас ушли. Молодежь, совсем молодняк выпили и убежали. Но они тут долго шумели. И вот такие вот грибы возле них недалеко. Совсем рядом со столиком растут. Да, на этом мы заканчиваем. Все под этим хламом. Ладно. Вон сколько квадроциклов на той поляне собралось. Такой рев стоит. Что у них тут тусовка какая-то и сборище какое-то. Столько их тут много. Угу. Все. Вот Ваське травку притащили. Мы его сейчас не берем с собой в лес, а то он у нас терялся два раза и ночевал в лесу. Потом мы рано утром ездили за ним, ну и нафиг. Пока не до него. Васенька, подожди. Вот наш улов. Много. Много. Это сейчас с ними столько работы. В другой корзинке. Вот еще сколько. Там под низом светленькие. А это темненькие. Бегали мы немного. В трех разных местах. Ой. Народу очень много гуляет. А мы собирали грибы. Ну, что нам? Гулять. Мы всегда успеем и загулять, и грибов набрать. Так что полезное с приятным. Вот избушка.
Вот у меня такой гобелен.